Как вы сюда попали? Ваш муж попросил меня заклеить бумагой трещину в гостиной. Конечно, теперь щель не видна. Ну да, не видна. Теперь вообще ничего не видно. Вы так добры. Это ужасно, не знаю, то ли я расклеилась, то ли у меня такой депрессивный период. Женщина во дворе. Может, хотите чаю? Или кофе? Скоро в кино.